Я убил свою семью. Это руки твоей матери, твоей бабушки, дедушки, твоего отца. Сердца сделаны очень продуманно. Негативные эмоции, вроде злости и грусти, со временем проходят. Держи их ближе к своей коже, чтобы эти чувства не угасли с течением времени. В моем доме существовало правило, единственное правило, созданное отцом. Нам запрещалось говорить о героях. Снова играл в героя? Катара, прекрати, ему же больно. Хватит! Раз не нравится, слушаться надо. Катаро! Ох уж эти дни. Это Тенко! Тенко сказал, чтобы я посмотрела. Влажность после дождя щипала мою ободранную кожу. Правило есть правило. Не зайдет, пока не извинится. Он что, меня ненавидит? Мон? Тенко, слушай. Стой, не убегай! Защити меня! Помоги мне! И затем рассыпалась Хана. Я все еще думал, что это дело рук злодея. Теперь я знаю, что на тот момент я уже, скорее всего, все понимал. Почему они защищали отца? Почему просто говорили мне не плакать? Я ненавижу вас! Тенко! Надеюсь, твоя жизнь будет полна радости. Прости меня! Папа! Папа! В тот момент во мне возникло явное намерение убивать. И я коснулся отца.